Всем привет, ребята! Мы продолжаем прохождение игры GTA с префиксом San Andreas. И на этот раз мы будем выполнять задание у нашего братца Смита, у Темпани Пуласки. Мы все выполнили, всего два задания было. Я надеюсь, что больше они нас, по крайней мере, в ближайшее время не потревожат. Но нужна помощь нашему братцу Смиту. Он сказал, что очень серьезное задание, и чтобы мы приехали к оружейному магазину. Без понятия, зачем нам это нужно и почему мы бы не встретились с ним в каком-нибудь другом месте. Мужик, надеюсь, ты не... Я уже было думал, что он пытался угнать нашу машину. Но я рад, что это не так. Ладно, мы подъехали уже к Amnation. Сейчас мы зайдем, посмотрим, что там нужно, нам нужно сделать. Так, это магазин оружия Amnation. Здесь ты можешь купить оружие и патроны к нему. Я догадался с самого начала, что таки можно тут купить. Это Глен Парк, территория банды Баллас. А, ну все, встал на свои места. Нам нужно купить оружие, приехать на эту территорию и выбить мозги всем нашим кровным врагам. Понятно. И нужно сделать это, конечно же, в одиночку, потому что Смит очень сильно занят своей бабенкой. Но он хочет, в свою очередь, отдохнуть в выходные на этой прекрасной территории. Конечно, мужики, мы соберемся вместе, тут пожарим шашлычок, бухнем, подышим свежим воздухом, искупаемся с пьяну. Ну, Карл, для этого ты, пожалуй, приехай туда и выгони там всех. Ну, нормально, хорошая позиция, очень удобная, между прочим. Так, ладно, я надеюсь, что сопротивление не будет слишком уж серьезным, а если все-таки будет, у нас есть для этого МП-5, у нас есть бронежилет практически неиспользованный, полная жизнь. Так, иконка, да я уже догадался, что это иконка, ты мудак, кто ж тебя научил водить? Да, очень красивая территория, очень хороший парк, можно покупаться, можно поваляться на травке, можно цыпочек поклеить. Ну, в общем-то, все как обычно. Ну, что я вам объясняю. Так, вон, банда, но тут полицейский. Я не хочу, чтобы он нам дубинкой в лицо тыкал. Так что вот где-нибудь вот на это место встанем, достаем ствол и уже начинаем им грубить. Да, ребята, давайте воевать. Вот так. Достаточно 3 убийства, чтобы началась война. Ни в коем случае с этой территории нам уходить нельзя, потому что иначе мы не захватим эту территорию. Нужно будет начинать все сначала. Так, ребята, давайте бегите сюда. Вы опасны? С битыми, с лопатами? Вы что, шутите, что ли? Вы что, реально? Ой, да я вас с одной левой положу. Да это все равно, что на стрелку пришел КМС по боксу, и тут шпана с битами. И думаю, что они победят, конечно. Давай, давай. Вот так вот красиво. Давай, Карл. Покажи, что ты мужик. Что тебе нужно огнестрельное оружие, чтобы их победить. Ах ты, блин, вот этот хороший удар. Я пропустил. А ну не шульмуй, давай. Ты выдержал первую волну. Ха-ха. Да, это, в принципе, было как два пальца. Но сейчас они уже будут более агрессивные, они будут с пистолетами, насколько я помню. И поэтому теперь нужно брать в руки огнестрельное оружие, чтобы сказать им, что такие куколки носить с собой нехорошо, ребятки. Конечно же, не хочется тратить драгоценные патроны. 9-литровые патроны уже драгоценные, да. Ну, начало игры, что там скажешь? А вот так. Ух ты! Метка какая! Мужик! Ты куда бежишь ты? Я тебе не больно ударю, не волнуйся. Так, ты выдержал вторую волну. Да стой, вон там еще шкет бежит. Или он что, уже все струсил, да? Ах ты трус! Я за ним не побегу, потому что он все-таки находится достаточно далеко, и поэтому могут понять, что мы сбежали с войны. А, нет, нет, как ты не вовремя перезаряжаешься, Карл. Так, я гангстер уже во владении МППШ. Все? Да вы же бредите, так легко. Стой, я наркобарона хотел убить.
Территория теперь принадлежит банде Grove Street, обозначена радаре зеленым цветом. Нормально, у нас есть теперь парочку территорий, и это весьма и весьма хорошенькая. Можно отдыхать тут. Со своей семейкой. Которые даже помочь не захотели мне. Да все, хорош, понятно уже. Что придется ее защищать. Территорию защити, с бабой погуляй. Сколько проблем-то у нас начало появляться. Ну, по крайней мере, хоть эти копы отстали. Угу. Ну все, все, ну ты будешь получать деньги уважения. Да. Деньги будут появляться рядом с домом Карла. Чем больше территории, тем больше, собственно, денег мы будем получать в сутки. Это все. Да они меня подставили! Как же так? Так, тебе грохот, что ли, надо, да? Ой, как сложно это сделать. Все. Так, а вы что за черти бежите? Бегите! Стоит моя территория! Вы что, охренели, что ли? Какого вы имеете право тут разгуливать? Так, братва, давай! Свинцом орошайте их! Я кашу что-то слишком сильно себе. Вот так. Так мы будем справиться, как Джек-потрошитель. Который не ведает пощады к своим врагам. Да все, все, спите давайте. О, бабосики, да как много. Стой, я тут видел этого наркошу. Ты какой? А, стой, браток, а ты что ли, не? Я что-то в темноте ни хрена не вижу в каком-то костюме. Так, ну, собственно, на этом миссия заканчивается. Элементарнейший захват территории в одиночку. Волна... Это уж очень коротенько оказалось. А, кстати говоря, вот тут появляться будут теперь вот эти наркоторгоши, у которых можно скоммунистить достаточно неплохое состояние. Вот так вот просто делаем и собираем все бабло. Охренеть, да почти. Я не заметил, сколько у меня было, но, по-моему, 1500 просто как с куста. Замечательно, мы теперь можем недвижимость даже купить какую-нибудь. Стой. Интересно, если они его исцелят, а я потом убью его. А деньги опять появятся у него, нет? Ха! Ух ты! Медик! Плохой ты медик. Не спас ты его. Так, ну ладно, на этом, в принципе, можно закончить. Такая миссия маленькая, легенькая. В следующей миссии будет, я думаю, что достаточно интересные события происходить. И вскоре мы наконец-таки во второй город поедем. Я жду, не дождусь уже этого момента. Мне уже Лос-Анджелес достаточно надоел. И я хочу в какой-то веке уже по сельской местности погулять. Безнаказанно. Вот так, я хочу еще денег. Давай. Бабло за крышу. Так, стой, что у тебя так мало денег, ты не понял. Одна купюрка. Кто его грабил, я не понял. Или он новую дозу закупил? Так, ладно. Ну, в принципе, тут можно неплохо пофармить. Можно целых 10 тысяч, в принципе, заработать, если постараться. Там, возможно, еще территории, которые вот уже появились, такие фиолетовенькие и желтенькие, они принадлежат бандитам из других банд. Желтенькие Багос, фиолетовенькие кровные враги Балласы. Ну, и так вы все прекрасно знаете. Там можно в территории тоже поискать вот этих наркоторгов. Один в белом балахоне, а другой вот такой в майке. Всем огромное спасибо за внимание. До скорых встреч в новых прохождениях, в новых миссиях, в новых обзорах, в новых интересных видео на моем канале. На моем канале, что-то я заговариваться стал уже. Всем пока, друзья!